Есть у меня одна знакомая женщина. Она обычная была, и жизнь у нее была ничем не примечательная. Работа, дети, муж. Дети повзрослели, разъехались. Муж спился, стал Нину обижать, оскорблять. Она плакала. Дети звали к себе, и Нина ездила к ним, но только в гости, на недельку, и не больше. У них свой мир, своя семья. Да, конечно, все друг друга любят, но жить нужно отдельно. С мужем развелась, но жили в одной квартире. Снять другое жилье, не прожить, слишком маленькая пенсия. И тут одна знакомая предложила ей пожить на своей даче. Домишко крошечный, без отопления, участок зарос травой, но зато сама себе хозяйка. А самое главное, на участке есть банька и сарай с дровами. Нина подумала, хоть лето, но пожить спокойно, не слышать унижений от мужа и не бояться, что в голову полетит очередная оплеуха. За это время, может, какая работа подвернется, и можно будет снять себе жилье. Знакомая эта и отвезла туда, на заброшенную дачу, Нину с большой сумкой вещей. В первое же утро, выйдя босиком на крыльцо и слушая громкое пение, радующихся наступающему дню птиц, она почувствовала себя счастливой. Совсем недалеко был пригодный для купания пруд, и Нина стала там купаться. В домике навела порядок, отмыла окна, повесила простенькие занавесочки, которые нашла в стареньком шкафу. Покупала недорогие продукты в местном магазинчике, но готовила на плитке наивкуснейшую еду. Дело в том, что у Нины была своя изюминка. Она обожала различные приправы, пряности и травки. Знала их свойства, особенности и привезла все это богатство с собой на дачу в большой коробке. И простой рыбный супчик из путасу у нее получался такой вкусный и ароматный, что запах манил к кастрюльке еще от порога. Наверное, именно этот запах и привлек к Нининому домику бездомного облезлого кота. Вечером, возвращаясь с пруда, она увидела его на своем крыльце. «Вот и встретились два одиночества», – пропела Нина и вынесла коту мисочку с супом. Кот без лишних уговоров все съел, облизнулся и остался у Нины жить. Наведя порядок в домике, Нина принялась за участок, вскопала небольшие грядки, посадила всего понемножку – морковку, лук, петрушку, вычистила кустики смородины и малины, обрезав старые сухие ветки. Кот Василек ходил за хозяйкой по пятам и в магазин, и на пруд, и спал рядом, утыкаясь носом ей в щеку. Жизнь налаживалась. Однажды вечером, возвращаясь после купания, Нина увидела недалеко от участка машину. Машина черная, крутая, наверное, очень дорогая, подумала Нина. Когда проходила мимо, из машины вышел мужчина и спросил, нельзя ли поблизости набрать чистой воды? «Пожалуйста, заходите», – пригласила Нина. «Во дворе есть колодец». Оказалось, что мужчина был на рыбалке на местном озере, едет обратно. А тут колесо лопнуло. А запаски нет, не позаботился. Вот позвонил своему водителю и теперь ждет его с новым колесом. Нина пригласила мужчину в дом, предложила поужинать. Михаил Васильевич с удовольствием согласился. И она налила ему тарелочку куриного супа. А тот оторваться от тарелки не может, добавки попросил. «Вы все так вкусно готовите, все умеете?» – спросил Михаил Васильевич, облизывая ложку. «Да, я люблю готовить», – ответила Нина. «У меня к вам предложение. Может быть, вы согласитесь готовить для меня? Я живу в городе, живу один, буду вам платить. А за продуктами вас мой водитель будет возить. И в город тоже будет он привозить. Хотя бы два раза в неделю. Я хорошо вам платить буду». И Нина не отказалась. А что? Готовить она любит. И готовит всегда с душой. Что она, одного мужчину не накормит, что ли? И Нина стала Михаила Васильевича кормить. В понедельник и в пятницу водитель Коля увозил хозяина на работу,
а потом забирал Нину и Василька. Без кота никуда. И они ехали на большой рынок, где закупали все необходимое. А потом Нина готовила. Нет, не готовила, творила шедевры. Большая, но уютная кухня была заполнена всевозможными комбайнами, блендерами и миксерами. На плите в большой кастрюле томился борщ. В духовке запекались большие куски рыбы. В глубокой миске под полотенчиком поднималось воздушное тесто, из которого потом выпекались такие же воздушные плюшки. Не только по кухне, по всей квартире летали упомрачительные запахи любимых Ниной приправ, сопровождавших приготовление каждого блюда. Василек все это время обычно лежал тут же, в кухне, на маленьком диванчике, и спал. В конце рабочего дня ему доставались рыбные хвосты или мясные срезки. Через 2 недели, приехав в квартиру Михаила Васильевича, Нина увидела в кухне на столе большой букет с запиской. «Ниночка, теперь я люблю возвращаться домой». Рядом лежал конверт с первой зарплатой. Нина, убирая конверт в сумочку, подумала: «Теперь можно будет и жилье себе поискать осенью, когда на даче будет уже холодно». Свежие букеты теперь появлялись каждому Нининому приезду. А однажды, в пятницу, вернулся пораньше сам хозяин, и они вместе пили чай с ароматными ватрушками. А потом Михаил Васильевич сам увез Ниночку с котом. Куда же без него? На дачу. И пригласил в выходные дни на рыбалку. И она согласилась. И Василек с ними поехал. Они его рыбой кормили, а сами все время шутили и смеялись. Ну, как дети. А осенью Ниночка вышла за Михаила Васильевича замуж. Уезжая насовсем из маленького дачного домика, Нина взяла только большую коробку с приправами. Ну, а что еще нужно для счастья?